Battle Beetle Sports Projects. Всем привет! Сегодня в нашем обучающем видео разберем один из вариантов удушающего приема гильотина. Этот вариант отличается особой жесткостью. Начнем разбирать прием с положения на коленях в партере. Итак, сначала мне нужно поймать его шею. Один из принципов гильотины для того, чтобы сделать плотный захват, это то, что я должен не столько тащить его на себя, да, чтобы взять захват, сколько тащить и одновременно накрывать его ручкой, да, накидывать петлю. Да, как только я накинул петлю, у меня рука находится на его подбородке. Посмотрите, вот она, я обхватываю прямо его подбородок. Локоть у меня находится наружу, рука на подбородке. Дальше, для того, чтобы просунуть руку дальше, я делаю движение, похожее на то, что я смотрю на часы. Да, то есть я держу руку здесь, смотрю, сколько времени. Оп, посмотрел. Да, то есть полоборота рука находится. Раз, два. То есть вот эта кость ваша острая, как нож, должна находиться в этот момент на его кадыке. В момент, когда я смотрю на часы. То есть смотрите. Раз. Два. Посмотрел. Видите, я жестко поставил кость остро ему на кадык. И прихватил себя за тыльную сторону кулака. Дальше. Я опираюсь на свою ногу и делаю давление на своего соперника. В этот момент я ставлю свою голень ему на таз, так, чтобы голень была параллельно полу. Раз. И накидываю вот эту ногу сверху, блокирую его. Здесь он получается изолирован у меня соперник. Для того, чтобы сделать правильно этот прием, жестко и резко, мне нужно, самое главное, таз отодвинуть в сторону. Для этого я использую вот эту ногу. Я держу замок, смотрите, я отодвигаюсь в сторону и делаю просто движение, сжимаю его кадык. Да. То есть отодвинулся в сторону, сжал кадык. Что мне дает это движение? Сейчас еще раз. Да. Смотрите, если я буду здесь тянуть, у меня не будет достаточной компрессии на шею, и это будет обычный удушающий прием гильотина. То есть я задушу его, скорее всего, да, ну, может задушу, может не задушу, об этом это еще неизвестно, но я просто простым сжатием буду ждать, пока он сдастся, да, душить его здесь. Нормально все? А здесь я смещаю свой вес от него, и таким образом у меня получается действительно рука, кость работает как нож. Я прямо сплющиваю его кадык, его шею, да, на себя тяну. Свидетельство о том, что вы правильно выполняете прием при отработке, будет являться то, что соперник будет сдаваться именно резко. То есть не через несколько секунд после сжатия, а сразу. Да, то есть должна быть молниеносная реакция. Тогда вы делаете правильно. Давайте еще раз продемонстрируем. Забрали голову, накрыли и подбородок сразу же забрали у него. Посмотрели на часы, оп, кость как нож на кадыке, прихватили руку, оперлись на ногу, на него надавили, поставили голень, накрыли сверху. Работаем ногой, да, вот уже Вова у меня хрипит, сжали. То есть вообще это движение должно делаться одновременно, то есть вот это и сжатие, тогда оно будет жестче, вот сюда, да. Отрабатывайте эту технику. Надеюсь, что она вам пригодится. Всем пока.